У меня есть друзья, которые любят необычную еду. Знаете же, все таких, которые... Ты что, не ел куриную челку? С перепелиными детьми, что ли? Не ел? А у меня рот обычный. Я хлеб люблю там. С макаронами. У меня рот необычную еду не поддерживает. У меня старые обновления папины. Еще странно вот это, когда в обычное блюдо добавляют обычное блюдо, и получается необычное блюдо. И ты в такое меню смотришь и думаешь, ну я без картинок не вывезу. Я официанту говорю, можно вот это? И он говорит, ну ладно. И приносит другого официанта.